В столице после реконструкции открыли регбийный стадион «Слава». Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. РИА Новости сообщает, что на торжественной церемонии открытия отремонтированного регбийного стадиона «Слава» присутствовал председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев. Арену закрыли для ремонта и выполнения требований безопасности в конце прошлого сезона чемпионата России. Артемьев поблагодарил мэра и правительство Москвы за помощь в восстановлении регбийной инфраструктуры. По его словам, стадионы для регби в России долгое время разрушались, а теперь игры проходят на лучших площадках страны. Теперь поле отремонтированного стадиона соответствует международным нормам для проведения игр любого уровня, а его трибуны вмещают 1300 человек. Стадион «Слава», располагающийся в районе метро Новослободская, построили в 1939 году. На его арене неоднократно проводились матчи сборной России. Пока это все. Еще больше новостей из жизни столицы не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!